Этот заросший бурьяном дом в центре города скрывал массу секретов. Двое предприимчивых товарищей оборудовали в одной из комнат нарколабораторию, в которой заботливо выращивали коноплю. Труд джентльменов был вознагражден неплохим урожаем. Правда, прибыль от продажи они так и не получили. Это ваш дом? Нет, снимаю. Снимаете, да? А вы что здесь делаете? Я здесь проживаю и слежу. А, следите. За то есть... оборудованием в основном, чтобы ничего не перегорело, не сгорело. Оборудование что? В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции незаконная деятельность граждан была пресечена. Из помещения нарколаборатории изъято более 1,5 килограмма наркотических веществ растительного происхождения. По данному факту следственным отделом отдела полиции номер 3 в составе МВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом Г, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Денис Желтов, Расул Ибрагимов, Анастасия Потапова, дежурная часть, Саратов.